Game. Мы все еще в Китае на лиге студентов. И сейчас мы возьмем интервью у исполнительного директора компании Lan Yu. Это девушка с 6-летним опытом работы по организации как киберспортивных турниров, так и других ивентов. Итак, Гу Цзиюнь, нихао. Нихао. Первый вопрос. Какие цели вы ставили, когда организовывали эту лигу? 您设立这个联赛的目的是什么呢? 我们的目的其实是一是服务于所有的全球的大学生。目标的话，也就是希望我们能够成为全球大学生中最受大家喜欢的一个赛事和活动。 Наша цель состоит в том, чтобы служить студентам во всем мире, и мы хотим, что они очень любят наши соревнования. Это уже третий сезон турнира. Как изменился турнир за эти три года? 现在已经是我们创联赛的第三季了，然后我们比较感兴趣的是，在从第一季到第三季的过程中，我们创联赛本身发生了哪些变化呢？是这样，第一季的时候，我们其实在中国国内只是在中国国内，并没有什么很成规模性的一个高校间的电子竞技联赛，而且在那个第一赛季的时候，我们纯粹的是做了一个只有 比赛的一个项目，包括第二赛季也是，只不过是第一赛季我们在做的时候，在国内我们落地了推广，落地了大概500多所高校。那在第二赛季，我们在这个基础上，并没有想到要踏出中国，还是在国内，但是我们有到了1000多所学校。那第三赛季的时候，因为也是一直非常 就是出于对学生服务，也是希望学生能够更喜欢我们，而且是比较尊重他们的需求，所以有想到我要到海外去，然后做一个全球性质的，因为大家会对于和海外的高校的一些学生的一个交流上面，不管是兴趣爱好上的交流，还是对战的交流，他们都是有这个非常想，那对于我来说，如果我是能做到的，我一定会去做。那这次也是证明大家都非常各国来的选手和队伍都非常非常的珍惜这次机会，是能够在和比如说中国的学校和海外的一所大学，他们之间的这个对抗。 На первом сезоне нашего соревнования производился только в Китае, тогда не было зона, то есть международных зонов, и в то же время это только было соревнование киберспорта, тогда мы еще не добавили других видов, например, аниме-культура и сцена и что-то подобное. И в первом сезоне мы распространяли в около 500 вузов в Китае. И в общем, на втором сезоне соревнования почти очень похожи на то, что было на первом сезоне, но тогда мы распространились в около 100 вузов в Китае. И сейчас у нас проводится третий сезон нашего соревнования. И в этот раз, как мы уже сказали, наша цель – это служить студентам. И мы узнали, что китайские студенты, они очень хотят, чтобы общаться с игроками, то есть иностранными партнерами, и поэтому мы хотим предлагать им шанс, чтобы общаться или поиграть, и вот это как раз соответствует нашей цели. Вот и все.
На турнире киберспортивном обычно отсутствует музыкальная сцена. Здесь они поставили. Почему это было сделано? Потому что это довольно необычно. 一般是在我之前见过的赛事里边呢，赛事是不会跟音乐舞台结合在一起的。然后你们想到这个音乐舞台是什么原因呢？或者有？完全音乐嘛，是就跟我们做的一样，是我们想做的事情是所有的大学生好，年轻人也好，他们喜欢的东西，我想一次性可以让他在这里玩和欣赏，或者是。 有机会可以互相有个互动，我可以让他一整天都在这边。而且对于我来说，年轻人我喜欢音乐，包括我喜欢电影，我一样是喜欢的东西，我为什么不可以结合在一起？这个我觉得我也不太清楚，是别人没有想到，还是为什么只有我想到？我是觉得都是喜欢的，一样是可以全部融合在一起做的。Дело в том, что наши цели, то есть наш рынок – это студенты, и мы хотим встретить их требования и интерес. И многие студенты, они не только любят киберспорт, они тоже любят музыку и другие вещи. Поэтому я думаю, что почему не может соединять эти вещи вместе. И таким образом, как у нас, студенты могут вот целый день здесь играть и развлекать, вот что получится. Когда выступали некоторые коллективы, то народу около их сцены было больше, чем около киберспортивной. 他说，在某一些就是我们大学生们比较喜欢的歌手演出的时候，音乐舞台那边的观众有的时候甚至比就是电子竞技这边观众要多。这个是，也有，就是说，那这个就侧面证明就是。 我电竞喜欢电竞的用户，他们其实有更多的兴趣爱好的，对吗？那用户电竞的用户对于其他的音乐也好，舞蹈也好，或者是其他的来说，他相对于会比较少，但不是那么多。但是音乐会特别多。那反过来说的话，音乐舞台没有在特别热门的表演的时候，他一样会过来看电竞舞台。这个等于说我。 我会相对于他们不了解的人，也会去普及到，哎，这个电竞比赛是什么？大概是这样的一个意思。Это доказывает, что те, кто любят киберспорт, они тоже любят музыку. И на самом деле, как мы все знаем, что любители музыки намного больше, чем любители киберспорта. И поэтому этим образом мы хотим привлечь студентов, которые любят музыку, и мы хотим познакомить их с киберспортом, ведь это очень интересные отрасли. Да. Да, это отличная идея. Насколько этот турнир полезен для студентов? Эта соревновательная
那其实就是说我在 S3 的规模上、嗯、好处的话不是每一个人都会有机会和海外的交流，或者是我会让他们到海外去做一个比较深度的文化层面的上的交流，这不是每一个人都会有机会的。那我这个东西的设立 OK 好的，哪个 CEO 不啊，那个没事那个没事，韩国记者比较着急。我啊，懂了懂了懂了，这是哦，说到哪里忘了。你说你给他们提供海外交流的机会啊？对的，因为我所提倡的概念还是说我想造一个全球的高校的一个、嗯、高校生的一个文化交流的一个平台。嗯哼，无论这个文化就无论是电竞也好、嗯、音乐也好、嗯、只要是喜欢的东西的都可以。嗯哼，у наших китайских студентов, у них немного шансов общаться с игроками, иностранными игроков. Поэтому мы предлагаем хороший шанс для них, и в то же время мы организуем для них путешествия в разных странах, чтобы больше знать о их культуре. Ведь я еще раз уточняю наши цели, это чтобы создать платформу обмена, то есть культурного обмена между студентами, то есть не только киберспорт, еще и культура, это самое важное. Какие были трудности при организации турнира? 就是在准备联赛的过程中我们有没有遇到什么问题？问题肯定是很多的。就是执行上的难度会有很多，因为毕竟如此大规模的一个联合是在高校的电子竞技比赛中从来没有过的。因为你看到我们所属的里面内容就里面所包含的元素会太多太多，我们邀请过来包括主动参与的学校也特别多，这之间的一个沟通啊协调啊已经将这些我们的想法把它落实下来展现出来，从人和到执行的一些所需的东西包括钱什么，对于我们来说其实压力都是蛮大的，但是有问题总要克服的，没有难度的挑战要我们干嘛。Конечно, у нас появилось много вопросов, то есть, как вы уже видели, это большой фестиваль, поэтому в процессе организования этого большого фестиваля мы нужно, чтобы сделать все по порядку, например, видели не только это киберспорт, но и другие вещи, и мы приглашали многие клубы в вузы, и в то же время и многие люди из других сфер, да, и то есть и это, то есть это является проблемой, и в то же время у нас тоже появилась денежная проблема, ведь такая большая мероприятие нужно много денег, конечно. Но есть проблема, то нужно ее преодолевать, и мы преодолевали, конечно. В какие игры играет исполнительный директор, и почему были выбраны именно вот эти игры на турнир? 对，就是您平时个人会玩什么游戏吗？然后为什么你们会选择就是我们赛事一共四个游戏，为什么会专门选择这四个游戏呢？我平时也玩，就是除了三 D 类的不玩，三 D FPS 的我是不玩，我会晕三 D。我比较 Dota 二比较打得好，你知道我们公司源于牛逼。对。然后为什么会选择这四个？因为这四个项目的话。在全球的一个年轻人市场里面都是比较热门的，但是我们会根据项目的热度来不停地做调整，包括如果是S4 的话就会有所很明显的会调整，包括像因为是我会知道俄语地区的话是也是一个非常大的市场，Dota 二项目和撸啊撸项目会有所保留，还有那个
如实的项目 ，hard storm 项目也会保留，但是 FIFA 有可能会被我替换成为更加受大家喜欢的 CS:GO 或者是Overwatch。有可能是会这样做一个计划，那具体是这两个里面我选哪一个，选哪一个我还会在我在有可能会在就是七月底到八月中旬那段时间在各国去考察，然后了解一下情况，我会再做一个整体的评断。Я лично, конечно, играю в игры, но я хорошо играю в Dota 2, да, конечно. Но что касается 3D и SPS, то я точно не играю. Да. И почему мы именно выбрали вот эти четыре игры? Дело в том, что мы выбираем игры по их популярности. Мы уже знаем, что эти четыре игры очень популярны во всем мире. И в четвертом сезоне мы обязательно будем делать какие-то изменения по популярности этих игр. Например, мы будем сохраняем, например, Dota 2 и LoL, но что и Hearthstone, но что касается FIFA, то мы будем поменять FIFA в другое, более популярная игра, например, CSGO, Overwatch и так далее. Сколько ММР у девушки в Dota 2? ММР. Это что такое? Рейтинг. Рейтинг в Dota. Она занимает какой-то рейтинг, да. Да. Она сказала, что вы在 Dota 2 这个游戏里边，就是你的排位是怎样的？三千分选手，三千分。Три тысячи баров。Отлично。厉害。Какие планы у турнира на будущее, на будущие сезоны？就是我们这个串联赛在未来的话有什么一些计划呢？未来的计划就是今天新闻发布会的时候也会比较详细了，就是会把我们嘉年华这个形式我们会落到全球，就是我们所有的那个全球的赛区，我们会尽量多的落地点。当然比较前面也有问过嘛，我非常重视俄国这边的一个电竞环境和高校的一个学生喜欢我们创联赛的程度，因为他们来的那些选手我们也有聊过，因为我们会做比较详尽的接待的，就是从他们的言语里面表达出来是他们非常喜欢就是我们比赛，然后也觉得这个比赛会非常好，因为就一样他们其实都是喜欢交流的，喜欢就本来在学国在自己本国的话就一直就这些人，那我走出来之后我能了解到每个国家不同的打法。Наш план, мы уже говорили на пресс-конференции, то есть на четвертом сезоне соревнований мы будем продвигать и распространять наши соревнования, то есть фестивали во всем мире. Еще кроме того, мы уделяем особое внимание рингу в России. И в этом сезоне мы тоже пригласили русских игроков, и они играли замечательно, да? И они очень довольны нашим играм, ведь мы уже много общались с ним, да? И этот шанс общения для них очень важный, ведь у них на стороне, то есть в России, не было вот так много шансов общаться с китайскими игроками, да, вот и все. Спасибо за интервью, Чи-Чи. И в завершение несколько слов для русского комьюнити, для русских людей. 就谢谢你的采访，然后在最后可以给俄罗斯的观众说一些寄言或者留言什么的吗？叫做或者一些祝愿，讲中文吗？不给大家，用中文。等着我啊，几个月后我就会来了。ждите меня через несколько месяцев, мы придем.